12 апреля в Хасавюрте, микрорайоне Бальёрт, прошло открытие мемориальной доски и присвоение одной из улиц имени депутата Народного собрания Республики Дагестан Мусы Иславова, трагически погибшего 17 апреля 2014 года. На памятном мероприятии присутствовали глава города Зандин Акмазов, депутаты Народного собрания Республики Дагестан, депутаты городского собрания, руководители управления организации и ведомств города и республики, а также родные и близкие Мусы Иславова и жители микрорайона. Первым слово было предоставлено главе города Зандину Акмазову, который в своей речи отметил, что Муса Иславов был достойным человеком, сделавший при жизни очень много для города и республики. Это был достойный гражданин, он очень много сделал нужный для города, для республики время, чтобы стабилизировать ситуацию. Горожане должны помнить его имя, его достойные дела. Я думаю, что сегодняшняя встреча мемориальной доски будет способствовать дальнейшему спасению наших жителей, наших народов, будет способствовать патриотическому, моральному, нравственному воспитанию наших потрясающих молодежи. Далее слово было предоставлено депутату Народного собрания Республики Дагестан Бесымпаше Ханалиеву, который в своем обращении сказал, что Муса Иславов был и остается в памяти людей как очень яркая личность. Ни одно общественно значимое мероприятие не обходилось без его участия. Он очень много сделал. Как общественник, он всегда принимал участие в этих образовательных учреждениях строительства, спортивных учреждений, мечети. Хочется сказать, что Муса не только был общественником, он был хорошим руководителем, он был бизнесменом. И все свои качества он старался для того, чтобы улучшить качество жизни людей. С большим уважением и со словами соболезнования в адрес близких и друзей выступили многие общественные и политические деятели города и республики. В их числе был и заместитель председателя городского собрания депутатов Мирза Магомедов. Принимал активное участие и на заседаниях Народного собрания. Был всегда на виду, всегда впереди, и люди тянулись к нему. Он был успешным бизнесменом. В связи с этим он очень много помогал хасавюртцам по тем вопросам, которые люди к нему проходили. Муса Иславов родился 10 июня 1962 году. В 2007 году Иславов был избран депутатом Народного собрания Республики Дагестан 4-го созыва от Аграрной партии России. Был членом Комитета по законодательству, законности и государственному строительству. В 2011 году был избран депутатом Народного собрания Республики Дагестан. В 2014 погиб при трагических обстоятельствах. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».